В Йошкар-Оле появится памятник писателю, зафиксировавшему в своих произведениях присоединение Марийского края к Московскому государству, рождение царева города на Кокшаге и другие знаменательные страницы истории Мариэл. Конкурс на лучший художественный проект скульптурной композиции, состоящий из памятника Аркадию Крупнякову и героям его произведений, выиграл творческий тандем марийских скульпторов Сергея Юндубаева и Анатолия Шернина. Царев город с воеводой Ноготковым, князь Акпарс, актер и поэт Иван Крыля. Многие его герои давно стали эталонными величинами, олицетворяющими, собственно, историю Марийского края. Он и сам был, наверное, в чем-то олицетворением этого исторически сложившегося сожительства народов разной национальной принадлежности. Село Чкарино, оно нашло свое отражение в его произведениях, населяют и русские, и марийцы. Друг и коллега, историк Геннадий Айплатов, рассказывает, что в частых московских командировках в 60-х-70-х столичные знакомые одолевали просьбами привезти что-нибудь из Крупнякова. 8 романов издавались в нашей республике в общей сложности 16 раз. Суммарный тираж книг почти вдвое больше населения Мариэл – 1 395 000 экземпляров. Нет ни одного дома, нет ни одной семьи, где бы не было бы произведения Аркадия Степановича. Автор настоящих бестселлеров марийской литературы Аркадий Крупняков, чье 90-летие республика отметила 2,5 года назад, до сих пор остается единственным, кто адаптировал события давно минувших дней для максимально возможной аудитории. Его книги, пережившие 16 изданий, наверняка есть в каждой семье жителей Мариэл. И вот теперь с автором и героями его произведений читатели смогут встретиться на набережной Кокшаги, где разместится скульптурная композиция. Шагающий Крупняков одет скульпторами в пальто, и смысл этой детали одежды в композиционной полноте. Пластически, поскольку постамент, в общем, большой, и на нем будут расположены рельефы его произведений, вот, связь фигуры, которая в пальто, связь с постаментом, она более органичная будет, потому что фигура становится тяжелее, значительной, ну и его поступь более такая уверенная и, так сказать, в пальто. Вот. Более глубокие светотени будут. В общем, это как-то, ну и на наш взгляд, это интереснее будет. На барельефах, обрамляющих постамент, будут изображены сцены из ключевых произведений писателя. Это трилогия «Гусляры» и роман «Царев город». Памятник Аркадию Крупнякову планируют установить к Дню Республики, отмечаемому 4 ноября.